А вы знали, что ласка плетет на конюшне косички коням? Вот и я думала, что это полный бред. До тех пор, пока не пришла и увидела это. И при том, что это не обычная косичка, смотрите, это будто два жгута, которые вот таким вот образом интересным заплетены и вот так вот еще и подвязаны лошадиными волосами. Сам багет такое себе сделает, ну, я не знаю, как нужно уловчиться и такое себе сделать. Вась, признавайся, кто твой парикмахер? Может, мне тоже надо, а то мне он подписчики пишет, что я в плохудрах хожу с распущенными волосами. А я тоже хочу косички, чтобы мне каждое утро заплетали, пока я спала. Эх, ты бесстыжая рыжая морда. Да, вот такая бесстыжая и рыжая.